Давай я тебе позадаю вопрос уточняющий, чтобы и мне тоже было ясно. Я думаю, что и людям, может быть, тоже что-то не всем понятно будет. Я думаю, мало кто знает так, как ты. Смотри, ты называешь рекой именно, ты сказал Байхэ, мне послышалось? Я сказал, Как? это же Хуанхэ. А, понятно, Золотая река. Да. То есть ты имеешь в виду ушу вообще? Цуаньфа, в частности, или конкретно стиль, например, какой-нибудь Байхэ Цуань? Да, вот смотри, например, это все ушу, это, например, Цуаньфа, то есть. Ну, ты только что рисовал, ты говорил образно река, да? Ты можешь нарисовать что-то типа реки и пояснить именно как, например, к этой реке, к твоему пониманию, относится, например, известный стиль Байхэ Цуань? Да, хорошо. Смотри. Даже, кстати, что интересно, в японских боевых управлениях сохранился вот этот вот иероглиф, который сейчас они называют рю. Ну, там, бодю, там, вату, ну, например, да? Это иероглиф чуань. Чуань означает течение. Течение, буквально течение реки. И уже потом это приобретает такой смысл, как и в русском языке, как течение, не знаю, там, философской Направление что-то типа, нет? направление и так далее, да. Направление развития, ага. Да, совершенно верно. И вот в этом смысле, например, мы говорим о Байхэ. Значит, первое, что мы должны сказать, это вот Шаолинь, север. Дальше вот здесь вот у нас выходит Байхэ, из него таким, каким мы его не знаем сейчас. Да, кстати говоря, тоже очень интересная тема. Да, дальше трансформируется в Юнчу Байхэшва. Примерно таким, как мы сейчас его знаем, иногда это ассоциируется с Юнчу Цуань. Вот вопрос. Юньчунь Цуань. Он же как Винчунь практически. Да, совершенно верно. Если мы не на кантонском, а на типичном мандаринском будем это читать, это будет Юнчу. По сути дела, между Винчунем и Байхэ Цуанем, ну, я правильно понял, я, в принципе, для себя так приблизительно это вижу, что Винчунь это такой, как урезанный вид Байхэ Цуаня, Нет. узконаправленный. И наоборот. Мы не можем говорить, что Байхэ урезанный, ну, например, урезанный Винчунь. Мы не можем так говорить. Вот здесь мы и приходим к пониманию вот этих вот рукавов и течений. Да? Вот фактически, вот здесь вот мы и видим это разделение. Я не буду говорить там про эпохи, про то, благодаря чему и как это происходило. Просто смысл такой, что Байхэ у нас фактически, мы можем считать, разделился на то, что мы сейчас называем Винчунь. И вот теперь уже, исходя из этого дальше, мы получаем Винчунь как одно большое направление, которое делится уже на ряд рукавов отдельно. Да, и точно у нас Байхэ начинает делиться на, в принципе, уже это называется хэчуань. И делится уже на фэйхэ, байхэ, там, и так далее. Целый ряд. И вот тогда. А вот где там появляется тот самый Фадзин Цуань? Не-не-не, сейчас ты путаешь немного. И я как раз хотел сказать, что ты видео, вот, о котором мы сейчас говорим, немножко перепутал, это нормально. Если бы я сейчас стал пользоваться корейским термином, я бы забрался вообще страшно. Поэтому вот эта твоя путаница, это не. Не, ты меня не отмазывай, ты отвечай. Так. Вот давай тогда. Ты говоришь о том, ты хочешь сказать, что Байхэ Цуань из одного рукава, грубо говоря, а Хунгар из другого, так? Вот здесь как раз мы и наблюдаем, когда собирают Хунчуань и Байхэ, и вместе мы получаем Хунтя. Вот где-то здесь. Это компиляция. Стоп. Ты только что провел линию между Байхэ и Хунгар, и ты говоришь, что они из других рукавов. Как? Нет, они не из других. Почему же? Просто я хочу сказать, что нет понятия стиля. Я с этого начал. Стиль означает. Ты оперируешь. Сейчас, подожди, я тебя прерву. Ты оперируешь китайскими терминами и китайским мировоззрением. Я, наоборот, подхожу с точки зрения грубого европейца, да,
беру тушку, начинаю раскладывать руки отдельно, ноги отдельно, да, я пытаюсь увидеть то, что китайцы не видят. То, что называется анализом, на самом деле. Ну, в принципе, да, потому что я, по сути дела, они сами не видят этого, а у них очень плавны все переходы. Мы же видим вот эти пики, точки, да, конкретные какие-то школы, стили. Они для нас разбросаны, просто, вот просто по столу расширены. Мы не видим, что их соединяет. Это все спрятано под столом. Да. И мы не видим, знаешь почему? Потому что наше мировоззрение связано со стоп-кадром. Мы видим только чекпоинт и стоп-кадры. А китайское мировоззрение традиционное видит в развитии. Там нет стоп-кадров. Они видят видео. Понимаешь, мы видим фотографии, они видят видео. Поэтому нам нужен анализ и синтез, да, типичные такие два противоположных, противонаправленных действия, связанные с мышлением. А китайскому мировоззрению это не очень нужно. Мне по-настоящему очень важно это все. Знаешь почему? Потому что в моем понимании из ничего ничего не бывает, да? То есть, грубо говоря, нельзя просто вот взять полковника Лаврова, да? Ну вот, посадить его в подвал, и из подвала он выйдет великим мастером. Только благодаря своему мозгу, да? Это практически нереально. Можно взять просто любого Ванька, отправить его к какому-нибудь мастеру там в Китае, в Корее, в Японию, и мы получим через сколько-то лет из него конкретного мастера какого-то направления. А то, что будет в него вложено, он даже не будет догадываться, что по-настоящему там было много поколений мастеров в Японии, которые до этого еще много лет поколений, да, в Китае, и мы в итоге получаем, все равно мы придем к тому же самому Шаолиню. Нет, я догадываюсь, что есть какие-то стили. Меня они представляются лохотронщиками, если честно, конкретными. Смотри, давай сейчас прям кратко для всех, чтобы просто все поняли тоже и понимали это хорошо. Смотри, центров развития боевого искусства в Китае существует не один, не два, а десяток. Сейчас да. Даже, наверное, больше. Нет, именно цитадель. Та ось, с чего началось. И о Северном Шаолине мы знаем только на самом деле, на сегодняшний день, благодаря в основном гонконгским боевикам. Если бы не эти фильмы, мы бы вообще не знали, сможет быть о Северном Шаолине. Мы бы говорили о других центрах развития боевого искусства. Дело в том, что из Северного Шаолине вышло не так много боевых направлений, которых мы знаем. Больше вышло из других мест. Ну, для примера что-то. Да, в частности, смотри, ну, помимо того, что существует еще легенда о том, что Южный Шаолинь тоже был боевым, это не совсем правда. И мы об этом, если хочешь... Он вообще был. Он вообще был. Хроники это подтверждают. Сомнения существуют не по поводу его существования, а существуют по поводу боевых практик, которые там были. Ну, мне тогда непонятен вообще тогда, как возникает этот вопрос, потому что носители это люди, а они как бы не другие люди, это те же самые. Нет, ну как те же самые? Смотри, подожди. Смотри, в Южном Шаолине просто останавливались бойцы и проживали бойцы гуляр. И с этой точки зрения мы можем говорить о том, что Южный Шаолинь, ну как бы, ну, практиковали своего искусства. Формально это так. Было ли это такой же тотальной практикой, как в Северном Шаолине? Ну, скорее всего, нет. Хроники этого не подтверждают. Вот такая история, если говорить о Южном Шаолине. Вот. Теперь, когда мы говорим о других очагах развития боевого искусства, да, в Китае, то тут надо говорить о том, в первую очередь, что Китай, как мы его знаем сейчас, раньше представлял собой целый ряд государств. И каждое из этих государств практиковало свое боевое направление, и, естественно, не одно. И в этом смысле мы уже можем говорить о том, что не было первоначального взаимного влияния и слияния направлений. Это правда. Можешь назвать хоть один стиль, который не относится к Шаолиню и который четко, совершенно отдельно существовал в то время? Целый ряд амейских стилей. Когда мы говорим о горах Хэнкэй, мы там исторически даже находим, кстати, часть этих монастырей даосских сохранилась даже и до сих пор, несмотря на культурную революцию и так далее. Вот. Но, тем не менее, Эмэй – это одна из цитадей вообще развития боевого. Какие стили тогда к Эмэю относятся? Ты знаешь, я вот сейчас вот поскидку прям вспомнил. Вряд ли могу сказать. Сейчас, если не ошибаюсь, Хэнчуань относится
относится к Мэй. Хэ Цуань. Не-не, Хэ Фу Цуань. Я, может быть, неправильно. Черный тигр. Это другой тигр, не такой. Да, очень много тесок. Стиле тесок в Китае. Это тоже нормально. И Тан Ван Пай, например, Тан Ван Шуань, это не одно направление, это да, порядка полутора десятков направлений, которые независимо друг от друга возникали в Китае. А теперь они объединены общим таким термином, хотя это разные направления. Так же, как Мэй Хуа Шуань. Это тоже это разные направления. Там существовало несколько независимых друг от друга направлений. Но Мэй Хуа, ты говоришь про ветку сливы, да? Это? Это которые шли в направлении, просто есть несколько веток этой сливы. В принципе, это логично. У сливы много веток. Короче, это несколько веток с разных деревьев, понятно. А есть что-то такое, чтобы было очень на слуху, чтобы вот я просто из памяти мог вызвать, как выглядит этот стиль, чтобы он не входил вот в центральный вот от Байхэ Цуаня, от Шаолиня. Смотри, я не могу вот сходу прям вспомнить там какие-то майские направления, но это легко в интернете найти, если вы захотите, кто-то из вас. И они не будут пересекаться с Шаолинем, они будут впоследствии смешиваться с разными боевыми направлениями. Но первоначально их рождение связано с этим. Вот. Просто какие-то годы, понимаешь? И насколько четко мы можем проследить отдаление? В какие времена, допустим? Тот же Дайди, кстати говоря, который ты часто упоминаешь, он не связан с Шаолинем, он не родился в смысле в Шаолине. Кто? Дайди Чуань. Да. Вот. Теперь, если мы говорим еще о каких-то очагах развития боевых искусств, да, ну, мы можем упомянуть, например, Сычуань. Кстати говоря, тот же самый Хунцзя или Хунгар, о котором ты говоришь, его родина вообще-то в Сычуане. И это достаточно далеко от Кореи, без выхода к морю и так далее. Также точно мы можем говорить о Хэнань. Это провинция, которая тоже без выхода к морю, она не связана, например, с Кореей. Разве только Крым такой большой, совершенно по земле, если передвигаться по суше. Вот. И, например, это родина Фан Цзючуань. Или мы можем взять, там, например, как это, Сычуань-Уйгурский автономный округ, то, что сейчас называется. И там получил второе рождение, например, Бади Чуань, который родился, кстати, тоже не в Шаолине. Вот, и так далее. То есть очередов, кстати. Где родился Бади Цуань? Бади Цуань, ты знаешь, надо посмотреть, вот сейчас, честно говоря, не помню. Я не слишком держу эти вещи в голове, не интересующие меня с практической точки зрения. Но, кстати, может быть, даже в ЛА. Я не могу точно сейчас сказать, но. Вот. По крайней мере, он достался уйгурам от Таоса, не от буддиста, не через северный Шаолинь, например. Вот. Ну, понимаешь, в чем дело? Даосы, я так понимаю, что они как бы очень сильно повторяют буддистов, но они просто не уходят в буддизм. Тогда наоборот лучше. Потому что даосизм – это система, которая предшествует буддизму, и она берет свои основы еще в Гуанпо. Это старая такая тибетско-китайско-алтайская культура. И, в общем, даосизм оттуда. У нас, ну, то, что сон-буддизм, да, дзен-буддизм корейский, он базируется на нескольких направлениях, то есть и в том числе и на тибетском тантризме. То есть там по-настоящему очень много всего задействовано. То есть то, что мы сейчас имеем как дзен-буддизм, это сборная солянка из многих направлений. Совершенно верно. Возможно, что они как бы друг с другом-то, в общем-то, пересекались и раньше. Но, по сути дела, буддизм же, в принципе, это все равно учение, пришедшее из Индии. Да, конечно, хорошо. Но так же, как и боевые искусства. Часть из них попадает из Индии, благодаря Чидхарме, скажем, тому же. А часть из них возникает непосредственно в Китае. Знаешь хоть одно, что пришло из Индии? Собственно, то, что мы теперь называем Северным Шаолинь. Это индийская традиция первоначально. И она не имеет непосредственного отношения к тому, что родилось в Китае или в Монголии. Кстати, один из очагов
как раз боевых управлений в Китае, это еще Монголия. Правда, это позднее влияние, и, например, такая борьба, как Шуайцзяо, она имеет корни как раз в Монголии в первую очередь. Вот, это я просто к тому, что таких... Понимаешь, я очень часто сталкиваюсь, в Корее в той же самой, когда за одно выдает совсем другое. То есть существовал старый Субак. Если ты видел вот в этом видео, там есть такое движение, когда он встает, Субак изображает, и руки разводит вот так. То есть это, по сути дела, он вкоречил движение стыкена, размахивающее, захватывающее. То есть оно с движением делается вот так, да? То есть он его вкорячил оттуда, из стыкена, для того, чтобы быть похожим на этот Субак. А все дальше идет шатакан карате. И вот это вот... Я просто боюсь, что там то же самое приблизительно было. Что они просто вкорячили. Я вот пытаюсь уловить хоть где-то связь между Индией и Китаем, и я ее не могу найти. Я не вижу ни одной преемственности. Просто если мы смотрим индийцев, да, они слишком настолько нам близки, ну, индоевропейцы, да, у них очень похоже на кавказские пляски. У них самое уникальное, это вот эта их калари-паяту, да, которая вся вот такая. Но, блин, она настолько далека от какого бы то ни было ушу. Зато очень близка, между прочим, к Май Буран, к Лев Куэй, вот этим вот вещам. К этим близка. Индийское влияние непосредственно было, совершенно верно. И вот здесь вот мы имеем, когда мы говорим уже совсем о Южной Азии, Лаос, Кампучия, Таиланд, например, да, то здесь два потока у нас, индийский и китайский. И это хорошо видно даже на уровне генетическом. По сути, это люди, которые имеют и индорийские корни, и чисто такие вот восточные, условно, китайские корни. Это верно. Имея боевое искусство точно так же генетически, как бы связано с этими двумя потоками, движущимися, ну, переселением народов, там, распространением торговли и так далее. Кстати, очень интересный этот момент. Он такой тоненький, неуловимый, кажется, все то же самое, но оно другое. Да, и вот обратил внимание на, среди прочего, вот это вот действие такое, да, которое участвует во многих боевых направлениях, ты его связал непосредственно, там, например, с Хунча, но, в принципе, мы подобные... Я не его связал. В том-то и дело, что они так намешали, что они хунгар туда вкорячили. Понимаешь, я просто хотел тоже об этом поговорить, но никто не задает вопросы. Тогда ты мучаешься, слушай. Там просто ты обратил внимание, что там есть моменты, когда они делают позиции. Но если это вкорячено, на позицию выходит не боевым ходом. То есть, когда, если мы видим переходы, да, когда мы видим в хунгаре, там четко совершенно понятно, для чего человек делает. Он уклонился, блокирование, вышел в позицию, сжался, скрутился, раскрутился, опять сжался. Это все понятно. Здесь они просто занимают позицию. Вот. Это видно, что это вкорячено. То есть хунгар вкорячен. Конечно, конечно, я согласен с тобой. Мне именно поэтому это тоже мне режет немножечко глаз, когда я на это смотрю. Именно поэтому я тебе написал в письме, пожалуйста, не связывай это с китайскими боевыми направлениями, потому что, ну, это прямо вот опять оголенный нерв. Ну, это так нельзя делать. Вот, понимаешь, это вот на мой слух. При этом очень уникальная техника получается работа руками. Ну да, допустим. Хорошо. Дим, давай вернемся еще к тому, от чего мы сейчас немножечко отошли. Ты спрашивал Фадзи, путая его с Фадзи, чувак. Это разные вещи, это нужно поправить, чтобы... Стоп, подожди. Фадзинь Цуань. Нет. Фань, что означает оборачивать, переворачивать. Фадзинь Цуань. С Фадзинь. Все, я путаю, да. Я два понятия опять начал путать. Скажу для тех, кто просто нас будет слушать потом. Еще раз, фань, значит, оборачивать, вращать и так далее, это означает просто, ну, обозначение существительного. Фаньцы, по сути, вращение. Фаньцы чуань, вращение кулаком или оборачивание кулаков и так далее, не важно. Или бокс построен на вращениях, давай так скажем. Вот, когда мы говорим о фадзин, это первый рубль фа означает принцип, метод, правило, а дин означает немышечное усилие. То есть это, знаешь, похоже, ну, в качестве примера, опять для тех, кто нас будет смотреть, это похоже на, допустим, это отдаленный пример, вообще очень отдаленный, похож,
похоже на то, как, например, ходит обычный человек и как ходит марафонец. Обычный человек ходит так, что устает очень быстро, марафонец делает все, чтобы не потратить лишних сил, но при этом ходит быстрее, чем обычный человек. Вот FATPIN – это система, как это, принцип, который облегчает нам действия, но в результате мы получаем больший результат, чем если мы полагаемся на мышцы. Поэтому называется мышечным усилием, ну, для нас, для, ну, как бы в переводе, да? Вот. И это разные вещи. FATPIN – это боевое направление, FATPIN – это принцип, который входит в состав очень многих боевых направлений. Да, ну я эту разницу знаю, я просто путаю постоянно китайское название фанзи, не фанзи, фанзи. Это совершенно простительно, потому что, прости, я даже буксульмон нормально не могу произнести, я уверен, что я произношу это как попало.